Добрый день! С вами Света Марчук и новости церкви Мелхиседек. В этот четверг в нашей церкви прошел грандиозный детский праздник Holy Week. Результаты налицо. Дети славят Бога и влюбляются в Иисуса. Дорогие девушки и женщины, в этот вторник, 5 ноября, в нашей церкви будет женская встреча 144. Служение будет проходить в 7 часов вечера. Мы ждем тебя! С 7 по 10 ноября в нашей церкви будет Божий служитель, человек веры, замечательный учитель и всеми любимый Гэри Блейк. Он проведет семинары под названием «Новая личность», а также будет молиться об исцелении. Обязательно пригласите ваших друзей и вашу семью. Encounter – время встречи с Богом и преображения нашей судьбы. Encounter будет с 14 по 16 ноября в нашей церкви. Спешите зарегистрироваться у Александра Матушевского. Наступила осень и приближается День Благодарения. Наше праздничное служение пройдет 24 ноября в здании нашей церкви. Служение начнется в 10:30 утра. А также хотим вам напомнить, что аудио и видеозаписи с вечера поклонения уже в продаже. Вы можете заказать свою копию после служения. А если вы хотите пик качества, вы можете заказать Blu-ray. И еще одна приятная новость для всех нас. В первый понедельник месяца, то есть 4 ноября, в нашей церкви будет проходить городская молитва. Вместе с другими церквями мы будем молиться о благословении нашего города. Церковь – это наш город, и это наше время. Мы ждем вас в 7 часов вечера. На этом все. До скорых встреч!